душа была вначале бесстрастна, безгрешна, все видела прекрасный и добрый, и смело в саду эдемском с Богом общалась и умела быть чистой, но наивной, быть светлой, но незрелой, неискушенной в черном, неискушенной в белом, добра и зла не знала, и смертью не болела. Что все, что мыслишь, и видишь, и слышишь, является надежным, неподдельным. И можно вдруг сделаться счастливым, живя неосторожно, мешая свет со тьмою, мешая правду с ложью. Но если постараться, понять совсем несложно, что стоит доверяться лишь только Слову Божию. Пойми, что ты ни мысли, ни чувства, ни тела, но знай душой по образу, ты Божий, и веруй, что Господу ты призван уподобляться в целом своею всею жизнью, идти к духовной цели, родившись духом свыше, общаясь духом с Богом, лучась духовно править своим душевным домом. Теперь ты понимаешь, что жизни направление совсем не то, что видим в греховном искажении, и всякий Богом призван преображаться телом, и каждое мгновение в молитве на пределе заботиться о главном, о Царстве Небесном, и сделав жизнь блаженным, закончить совершенно.